и он охлаждает породу на полу так, что капель, опускаемая со свода, не может проникать вглубь коры. И в том месте, где опускается капель, в первую очередь растет такое ледяное образование в виде столбика, и называется такое образование сталагмит, сталагма, по-гречески капель. Начинает промерзать свод, и капель не в состоянии достигать пола. Начинают расти сосульки, сталактиты, сталактас, натекший пока. Но иногда они растут друг другу навстречу, тогда формируется колонна. Колонны маленькие, вот и большие. Колонна – это сталагнат. В Кунгурской пещере представлен ледяной метод. Ну, хорош тем, что быстро растет. За лето и осень здесь почти все.